был не я, это был Филиппев. Это вот. Кто такой Филиппев? Филиппев – это второй и последний человек, у которого суперсорта. Суперсорта, я вот помню. Вот, и у него в банке они были такие вот… Литровая баночка. Вот такие, там... вот такие вот они, только это яблоко, вот такие вот у него. Абрикосик был вот такие, такого размера. Вот такие. Да. Вот. Вот. О, еще раз говорю, он второй и последний на всю да? Сибирь, да. Да? Очень здорово. Значит, я путаю что-то, но человек очень похож на вас. Ну, это вот. Филиппев. Дальше рассказываю ситуацию. Посадила себе сад. Саду больше 10 лет. Плодоносит, да? И когда я начала, как наука говорит, все формировать, я поняла, что своими руками, вот просто я гублю свой сад, загубила. Так, где сад? В Усмане. В Усмане, возле Красноярска? Дивногорская там. А, так там же отличное место. Yeah. Я спрашивал местных, знаете, что говорят, повторите или нет. У нас не бывает 40 градусных морозов. А, да, правда, нет? Бывает. Нет, так на берегу. А на берегу Енисея мы, но 40-градусная до 42 последние зимы есть. Есть. И были. Очень редко, 1-2 раза за зиму. А, ну, это, скажем, но это предел. Несколько дней. Ага. А, но этого достаточно. Ну, а саженцы чьи? Были. А саженцы я привозила из Алтайского края, с Барнаула брала саженцы, с Омска брала, калачинские, то есть плоды. Ну, 10 лет назад они еще не обманывали. Больше. Это сейчас да, они да, все перешли да, на покупные. 10 лет назад мне нравились все саженцы. Сейчас полная пересортица. Понятно. И рассказываю, что пересортится какая, не только там среди смородины, скажем, сорта поменяли, а и было такое, в том году вот буквально мы получили яблоню, благо я сама разворачивала эту пачку, я смотрю, ну это груша. Ну груша, еще больше дефицит, другое дело, какая груша? Вот в том-то спасибо. И дело. Пожалуйста. Ну ясно, что несъедобно, это гарантия. Ты туда пошел к себе? Нет, они съедобные груши. Не, ну ты тогда. Они сортовые, но как угадаешь, если на нем на не, ну вы плоды пробовали? Ну они еще не выросли. А, ну попробуйте. Да, мы посадили эту пачку целиком, но факт тот, что куда ее пустишь, если только себе, а куда посадишь целую пачку? Понятно. Груши? Так, 10. Я не хотел вам мешать. Так. У нас участок очень значит, маленький. У вас деловой разговор? Так я про то, что когда поняла, что загубила свои сады, несколько деревьев, вот этим формированием, как говорят и показывают видео, и говорят, должен через дерево валенок пролетать, да? Угу. Вот. Я поняла, что я их загубила, и я начала искать информацию в интернете. Почему, как надо формировать правильно. Много всего опять пересмотрела, ну и нашла вот вас. Спасибо. Так, может быть, дальше вы уже без меня. Дело в том, что это... Я видел, там саженцы стоят. Это вы уже купили, да? Да. Вот. Мы приехали для себя купить саженцы. Вот. И весной Сергей уже мне отправлял саженцы абрикоса. Они все у меня ушли очень хорошо. Ага, все, дальше делаю разговор, я больше в это дело не мешаюсь. Хорошо. Все, вот. Спасибо вам за этот разговор. Из каждого вот такого разговора, как по капельке, я собираю информацию. Угу. Все-таки 42 было? Нет, это у нас есть. А это предел такой, как? У нас это есть, но я скажу, что у меня яблони, например, не вымерзают. Груши не вымерзают у меня. Есть такое, что... Ореха тут не вымерзает. Ну, орех манжушки, он везде растет. В этом году опять заплодоносил. Все, благодарю за внимание, я дальше...